Да, у нас высший дивизион и, соответственно, хаос дерби. То есть хаос на хаос. И это будет самый некровавый плюшевый матч с обнимашками и поцелуйчиками в этом сезоне, потому что, как мы знаем, хаос друг друга не травмирует. Ибо хаос хаосу глаз не выковырят. Ну, по крайней мере, не сильнее БХ. Итак, в деф ставится Лока. Болельщиков у него, кстати, поболее будет. Есть вторая аптека. Интересно. Но нет запасных. Есть вторая аптека, но нет запасных. У мастера Зена есть подкатер. Очень крепкий. Блоджерный стенд фирм гард. Корова с клавсой. Неплохо. Тентакль СФ. Соответственно, очень неплохой First Son of Malice. Местный таскатель мечей. ДП есть. Козел со второй силой. Дзинчигор. Не знаю, зачем он нужен, но он есть. Чемпион Слонеша, местная убивашка. Чемпион Зинча, немножко неагильный парень. Смена погоды. И мяч улетает достаточно далеко, но по центру. То есть, кто угодно его подбирает легко. Да, да, согласен. Грязная лапа в нокауте. Дерти пау. Чемпион Нурла бьет вдоль лоса. Ну блин, Нав, это не я такой, это расписание такое. Просто получается посмотреть, как ребятки друг друга избивают. Так, и, собственно, чистую ненависть находится в кубы с клавсой. По-моему, даже ПО было. И оно будет. Он говорит и прыгает. Что-то слабее прыгает, чем было. Удар коровы до лос. Сюда должны запинать по-хорошему. Будет еще один удар здесь. Кладут по целую толпу козлов. И по идее какой-нибудь опасный... На БД упал. Там АДБД. Понятно. Не захотел тратить переброс. Да, получается, не захотел тратить переброс на последние действия. Собственно, мячик так подобран. В принципе, единственное, что не пофалили. Выбежал бэтбой, успокоил корову. И это похоже на фол. Дикий зверь не захотел куда-никуда идти. По-моему, даже не пробил или прям сильно пробил. Ну, окей, пробил броню. Чемпион Слонеша уже не будет таким злым. Кстати, господа, сейчас, секундочку. Пока не забыл, надо на правах рекламы сказать, что я собираюсь, наверное, даже сейчас сделаю голосовалку у себя в темке. Вот, соответственно, надо голосовать, господа. Здравствуй, Хунта. Так.
Так, окей. Я, в общем, обновил голосовалку, господа. И можете голосовать за команду 9 сезона. Соответственно, на Джима находят кубы. Очень неприятно, что на Джима вообще что-то находят. Благо, у него есть фен. Мага нету, стадиона нету. Что это за хаоситы такие? Где взятки? Халявные. Пельмешка играть? Не, Маркус, голосовалка на форуме в моей темке. Пельмешка играть? Что за пельмешка мелко? Так, блица еще не было. Стонфирм стоит. Здесь Козлятинка забегает. Кстати, надо сказать, что это по сути пятая ловкость из-за второй головы. То есть по таку зонам на 2+ может пробежать. Не-не, на стриме старая голосовалка, господа. Во. Шикарная голосовалка теперь у меня на стриме. И фол. Кстати, ХВ палит. Очень странно, что ХВ палит так нагло. Блин, он до сих пор на поле. На 4+, кстати, должен был пробиваться, пробился на 5. Не хватает ДП. Вот. Очевидно, что Лока не хватает ДП. Спасибо, Гриц. Если это оно, конечно. Да, это оно. Спасибо, Гриц, спасибо. Вообще надо в сообщении дня это запихнуть, что ли. Где это сообщение дня? У них контракт. Контракт. Контракт есть контракт, да. А почему бы и нет, Ice Rain? Я некоторые вещи переосмыслил. И, по сути, новые хаи будут как новая команда. Ну, не без издержек, конечно, но некоторые вещи я хочу сделать по-другому.
том числе, наконец-то, наролить это, вместо кучи силы, ну как кучи, у меня было целых две силы, вместо двух сил наролить две ловкости, вместо одной ловкости наролить одну силу. Новый Хаи, новый лонер, ну конечно. Должен же кто-то играть за Хаё в конце концов, из конца в конец. Как-то очень пассивная игра. Как я и говорю, никто никого особо не травмирует. На лосе вот грязная лапа только свалил. Ну, конечно же, по хиру будет самый вкусный удар. С ГФИ, кстати, был. Бам. МБПО, почему бы и нет, кстати. Минус армор, это аптека. Аптека предлагает смерть, соответственно, минус армор. Как я люблю своих ребят. Они делают Blood Bowl веселее. Что бы вообще Blood Bowl без них делал? Но жалко. Был веселый козел. С другой стороны, этот был козел с ловкостью. Такие козлы должны умирать. Пятерочка есть. Да, работу. Угу. Здесь есть 1D. Ну, вряд ли он будет кидаться. На халяву. Здесь он так и будет лежать. А Блиц, скорее всего, будет в чемпиона Дзинча. Ибо тоже опасный игрок. И травмировал при этом Хиро. На меченосца тоже есть контракт, отлично. Будем болеть за этого меченосца, чтобы он наконец-то склеил ласты. Десятая броня не пробилась бы. Нет. Кстати, ни одна броня не пробилась бы с просто клавсой. А вот с МБ, например, ХВ мог бы пробиться, если бы у корова была клавса. Корова не хочет играть на 4+, ей, в принципе, на солнышке неплохо. Тем более, погода ясная. Великолепная погода для Blood Bowl. Раз, два, три, четыре, пять. Есть удар по этому парню. Здесь все сложно. Похоже, бис будет бить. Нет, смотрите, пятисильный парень пошел на дело. Нашел шестерочку. Вдоль. Слабо. Лока пока что-то слабо раздает. Пока что и Зен его башит. А не он Зена. Или они друг друга, что было бы в идеале. И фол. Бам. Клавсовый парень, конечно же, фалит в три раза сильнее. И, наконец-то, он сумел хоть на что-то нафалить. Кстати, до сих пор без удаления. Приятно. Опять же, будь ДП, это была бы травма. То есть, с ДП эта игра бы была, ну, как минимум, уже было бы по минус 2 с каждой стороны. И этого бы парня травмировали. Этот бы уже был за полем с колоколом, но сейчас как-то все идет по другому сценарию. Будет ли додж от подката? Нет? Не будет додж от подката. Хм.
вторая агила Оркслеера. И он смог сдоджиться и сбежать в ужасе. И это прекрасно. Так, сырный конкурс. Интересно. Сейчас посмотрим, что там. Что там Умрун придумал в сырном конкурсе. Так, хорошо. А здесь, собственно, будут избивать этого парня. И если вы не повалили, ничего, вы били коровкой. Логично. Привет, Эстудо. Ну, кубы и так неплохо пришли. Странно, что цена команды у Лока была всего лишь в аптеку разницы. То есть 100 ТВ. С виду как-то Зен подороже выглядит. Гафи против Сталина. Ну, я примерно представляю, что там было. Или уже. А, 21.30. Ну, в принципе, можем посмотреть. Тогда я представляю, что там будет. Примерно. Там что у нас? Орочи по толкушке будут? Я что-то не очень помню сталинскую команду. Кстаглоты. Ну да, орочи по толкушке. Ну, орки, они еще больше гномики, чем хаоситы, надо сказать. Хаоситы хотя бы друг другу минус армор раздают. С другой стороны, эти два колокола, конечно, так все. 2К на 2К. Ну, хорошо, посмотрим. Здесь у нас что? Иерарх, типа иерарх получается. Слан Штигор. На 2 плюс не завелся. А кого он, интересно, хотел блицевать? Сюда, что ли, в толпу въезжать? Бах. Раз, два, три, четыре, пять. Если не валят с первого раза, то все плохо. А, скорее всего, он сюда собирался блицевать. Так как это шестая сила на блице. Да, выглядит интересно. Ладно, здесь все равно превосходство в количестве уже явно за Зеном. Осталось только оставить двух козлов на дефе. Ну да. Вот, оставив двух козлов на дефе, пытаться избить как можно больше Лока. У Лока есть чем удивить, на самом деле. Опять же. То есть надо обязательно биста валить. Стоп. Нет, бист свой. Надо забегать, прижимать этого парня. О-о-о! Сигмар Тигор, наконец-то ты сдох. Я, правда, не знаю, кто ты. А, это парень с ДП и реслом. Ну, вряд ли на него будет тратиться аптека. Он явно не самый ценный игрок этой команды. Тем не менее, аптека уходит. Интересно. То есть... Рестл ДП важнее, чем, например, если травмируют вот этого парня. Интересная логика. С другой стороны, он, наверное, просто его уберет. Смер, да. Только здесь что-то ребята мои как-то лажанули. Не пришли. Да всем пофиг на твою смерть. Такая тема. Можно блицануть сюда. Не, Гритас, это смайлик селф-овна. То есть, когда парень самозафейлился насмерть.
А тут он не самозафейлился. Он пришел, типа, сейчас я тебя буду бороть. И что-то не поборол. Здесь что это будет? Удар сюда. А если не повалишь? А если не повалишь, то здесь все плохо. Тем не менее, надо блицевать. И... Да, желательно сюда. С другой стороны, как? Пошел скоро. Ой, да ладно. Такой шанс вообще к мячику прибежать. А он... Не, ну правильно, что он убивашек как бы валит тут. И такая как бы пощечина клавсовая. Иди отсюда. И парень пошел. Сел Иванушка на коня и поскакал. Блин, поменять бы эти кубы местами. То есть здесь была бы восьмерочка по седьмой броне за счет Mighty Blow. А здесь как бы травмочка. И вот этот бы парень был бы за полем. Но нет. Не умеют эти хаоситы бить друг друга. Даже этого откачали парня. Ну что это такое? Разве хаоситская игра? Где кровь, кишки, жажда смерти? Или смертоубийства? Мне кажется, Лока сейчас думает, стоит ли делать два гфы ради удара по этому парню. Но решает сюда, значит, пройти гфы и получается. Проблема в чем? Этот парень все равно заносит. Наверное, основная проблема, что этот парень слишком на халяву заносит. С другой стороны, вот этим... Ой, вот это я бы не делал. Я бы подошел сюда, и это бы вынудило 100% занести. Без шансов причем. То есть, если бы здесь стоял агильный козел, 100% бы сейчас был занос. И оставалось бы 4 хода на контратаку. А так 3 хода. Смерть хаоситам, да. Ну, хаоситы вот этому парню дали смерть, его откачали, а этому парню дали минус армор. Вот он, минус армор теперь. Красненький восьмой. Коровка стоит, здесь по коровке не ударить. 2, 3, 4, 5, 6 ГФИ. Снимается ассист. С блица можно ударить сюда. Как-то так. Косаркат, здравствуй. Алекс Гуськов, здравствуй. Так, ГФИ есть. Это дает ровно удар никуда. Сюда ты не ударишь. А сюда один куб блоджер. Вот он без стенфирма, кстати, это некий провальчик. Два куба есть. Повалил с первого удара. Клавсун. Нельзя спускать со щитов, но клавса не работает. Корова что-то мало ела это, лоялистов. Имперцев. В данном случае. Блин, имперцы звучит, как будто они какие-то там перцы. А может их надо просто есть с перцем? Warrior ничего не дает. Есть удар сюда, но нельзя подойти. Даже если шестерочка выпадет, парень на станфирме останется. Можно будет, правда, сдоджиться на 3+. Раз, два, три, четыре. И удар будет в меченосца. Чем мне нравится хаос? Хаосы вообще башеры. Башерам никогда не мешает отсутствие выхода в вагилку. Всегда есть даджи. Всегда есть сама агилка, собственно, личный персонаж. Даже здесь есть выход в агилу. И, не знаю, охреневаю. Здесь, собственно, агилка, собственно, персоной. На двух игроках. Да. Им надо вообще еще запретить выход. Вот это будет вообще топич. О, Вайтхорн. Это... А, нет, стоп, это не Вайтхорн. Нет, это Вайтхорн, да, действительно, это Вайтхорн. Дожрал один переброс у Зена. Свеженький козлик. Надо здесь ассист снять каким-то образом. Волшебным. Или да, здесь ассист, да.
Удар по корове. Нашел 5-6. Стенд фирм. Обязательно. Корова опять вот. Вот опять их надо местами поменять. Кубы, и было бы все замечательно, но нет. Кубы выпадают в такой последовательности. Хаос не умеет в травмы. Хаос умеет в колокольню. Колокольня для бога колоколов. Раз, два, три, четыре. Мягов и даджон. Сюда можно бежать. С другой стороны, можно ударить коровой. И если ты его валишь на ударе коровой... Храните выученный урок? Наверное. Ну, в принципе, есть что-то такое, да, согласен. Ну, а тебе... 1-2. Сейчас он его в ответку сейчас поломает по диагонали. Этот парень что-то ничего не умеет. Корова тупит в ответ. По сути, эта корова тупила, теперь эта корова тупит. Привет, Адул. Хаос дерби портим. Пока что напортили на минус агил. Ой, на минус армор на этом парне. И больше ни на что. И на приличную такую колокольню напортили. Парень ложится спать. И вот сейчас на самом деле такой опасненький моментик. Можно дать отсюда ассист, ударить здесь и занести без даджа. Четыре, пять. Ну, то... А, шесть. Счет меченосца. Здесь. Можно блиц сюда, сюда и сюда. Хаос, в принципе, не настоящий, знаешь. Слабенький стал хаос. Кстати, не боится дабл черепов. Сделал блок. Освободился первым же блоком. Есть удар сюда на двух кубах. Ну, а в принципе, да, бросить его назад. А хаос-то не настоящий. Обмельчал вообще до двух. Хаос, по-моему, в последнее время что-то совсем от когтей отбился. Надо жаловаться. Привет. Кто, по-твоему, самая сильная универсальная тима? Не знаю. Это как-то... А, или ты имеешь в виду среди универсалов? Среди универсалов, среди универсалов. Ну, блин, я бы сказал, что завры, но завры это башеры. Проходит Терра Хаоса? Вряд ли. А вот, завры это все-таки башеры. Кто у нас остается? А, некроманты или андеды? Есть еще амазонки, но нет. Норсы нет. Да, либо некроманты, либо андеды. Выбирай. Наступает Нургли. Верментайт наступает. Это Верментайт. Не, Хемри тоже башер, на самом деле. То есть они в принципе башер. У них другой игры нет. Либо ты баш, либо ты ничего не можешь. Чуть удар меченосцем, не побоялся квадро единиц или там АДБД, чтобы стоять еще в контакте с этим парнем. И потом на дадже дабл единицы словить. В общем, много всего. Девочки в каком-то вырвиглазном на самом деле цвете. Ужасно. Верните мне стандартных синих девочек. Ну, не в смысле пьяных. Один у Зена. И сейчас многое зависит от того, сколько у Лока поднимется. Один у Лока поднялся. И, по-моему, три или два хода есть. На ответ три хода. Есть все перебросы. И раз, два, три, четыре, пять. О, стоп, а что я считаю? 10 здесь и 9 здесь. Дегритс, я согласен. Смерть козликом. Сейчас посмотрим, как лосс раздадут. Чероплет. Здравствуй. Спасибо за фол.
Пусть дальше кто-нибудь. Спасибо. Спасибо, ты настоящий девятый сын. А, четверо на лосе, немножко перебор. Парень прячется. Что хаоситы любят красный? Блин, я думал, что орки любят красный, а хаоситы любят кровь. Вообще хаситы любят, когда хаситы страдают. Иначе они бы не делали 13 черных походов в никуда. Ну или в ФБ там не набегали постоянно с севера и не делали бы ничего. А в итоге их еще и крысы сожрали всех. Ну, такое. Тут явно каким-то мазохизмом от хаситов попахивает. Что-то Лока забивает на мяч. Лока забивает на мяч. Надо Дирти Пау хотя бы посадать. Качнуть его. Я вот все думаю, вот этот парень с тентаклями рано или поздно получит... может быть, он по морда получит, но тем не менее он стремится к 7 уровню. Возьмет он стенфирм. И что с ним делать? А если он гард возьмет, тоже что с ним делать? Минус 2. Минус 2. Can we play with him, Master? He seems so unhappy. Ого, чероплет. Спасибо за фоллоу. Наслаждайся смайликами. Ну и, конечно же, графонием. Обе команды получают дополнительный переброс. Интересно мяч упал. Интересно. А как забегать против такой толпы? Хотя это хаос, ему не обязательно забегать, ему главное травмировать лос весь, желательно. Додо Ол поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, на медиков для хаситов. Ну, тем более, если исходное качество доступно всем, то с смайликами. Дадул вообще своевременный. Слушай, Дадулище, спасибо за поддержку. Ты вообще своевременно. Ты видел? Деньги пришли, упали в кассу, и сразу умер козел. Совпадение? Не думаю. Хорошо. Так, это у нас БХ. БХ на Дзинчигоре, который ходит на лоса гребать. Слонештигор уже навсегда нагребался. Удар коровы в три куба. Пятерочка. Пятюня. На тебе, подлый Нурглитигор. Блин, вот это имя. Нурглитигор. Покупайте, да. Летайте нашими гоблинолиниями и покупайте наших козлов. Импортозамещение. Так, этот друг должен подобрать мяч. Хорошо. А, проблема в чем? Если ты хочешь забить, нужно забегать. Блин, ХВ с двумя гуфы надо забегать. Иначе... Раз, два, три, четыре, пять. Иначе они не добегают тупо. Почему с двумя гуфы? Потому что с одним гуфы тебя отталкивают и все. Багель, здравствуй. Багель у нас шпион, если я правильно помню. Ну, поздравляю, что нагрязнил. Видишь, я тебе говорю, кидай хорошие кубы, все будет отлично. Кстати, надо... А я загружал? Да, я загружал, кстати, на YouTube канал, по-моему, нашу с тобой игру. Еще два хода. А, два хода, слушай, точно. Почему я считаю, что это двухходовка постоянно? Это какая-то эльфийская деформация восприятия происходящего на поле. У эльфов обычно максимум два хода остается, и тебе надо что-то делать. Или там план на игру занести за два. Хорошо получилось, но я рад. Я надеюсь, я там не сильно горел. Я просто не помню. Угу.
Здесь не пробежать. Сюда не добежать. Да, никем не добежать. Отсюда не убежать. Здесь аж трое охраняют парня, но это, правда, ничего не дает. Все было позитивно. А, ну отлично. Я рад. Тигор. Зинтигор. Локотигор. Не, они же горы. То есть это должен быть мастер Зентигор. Зен. А, Зенгор. Вот. Мастер Зенгор. Red Green Loco Gor. Кто у нас там? Баристана ПО. Блин. Баристана ПО. Сейчас. Баристана Колокола ПО. Черт, с Баристаном не получается. Не, ну как бы все козлы горы, по идее. Ага, может на КОПО. Баристан на КОПО. Блин. Ну видишь, с ним горы не получается, не подставляется никуда. Там только ПО получается приставить к Баристану. Так, в принципе, да. Ай, все марчатся. Ну, логично, что все будут марчиться. Вопрос того, в кого... Вопрос в том, в кого будет блиц. Ну, находит самого слабенького, но слабенький говорит нюп. Как это? Я не паду от руки мужика. Или как там было во Властелине это Ауди? Этот парень не добегает. Блин. Даргор. Дар вроде встал на рельсы исправления. Благодаря Громвриндалу. Что там? 0-0. Дранкер Гномагор. Так. Продар. Не-не-не, там должно быть по-другому 3x. Там должно быть XXX. Киллер Дар Про XXX. Кстати, не стал поднимать для лишнего, ну, чтобы не получить лишний удар. Этот парень может выхватить лишний удар. Этот парень гард. Соответственно, можно отсюда ударить. Блин, с крепкой стойки. Его, конечно, не отодвинуть. Здесь такого нету. Ерунда, короче. Получается, сюда проще всего ударить. Но этот парень не добегает. Зато, кстати говоря, да, 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 так и знал. Если ему вручить мяч, он убегает сюда. Сюда. И вот, это, вот этим парнем до него очень тяжело добежать. А, есть козел, кстати. Блин, козла-то я и не заметил на красном фоне. Ну, так, знаешь, они гладят друг друга по козлу. И все. Ну, ты знаешь, они очень тяжело идут на контакт. Эти гомо-башеры, они ничего не могут. А, вот это прикольно, кстати. 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть хочешь освободить этого парня, кидай 2 гафы. Еще можно дабл череп выхватить. Либо доджишься. Ну, кстати, в этом есть что-то. Типа доджишься. Кидаешь после этого 2 гафы. Бьешь сюда. Бьешь сюда. Вопрос вот в этом козле. Я не представляю, как его законтролить. Здесь надо точно доджиться, вообще 100%. То есть... Пусть даже 2-2 будет в,
конце хода ты упадешь на эти 2-2, но этот парень не должен выхватывать. О, Мутабор, здравствуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин. Да, шесть, семь. Либо удар без блока. Удар без блока. Ну, здесь даже если ты уроняешь, он... ты никуда не уходишь. Здесь, если роняешь, то ты встаешь на рейндж заноса. Стоп, а это почему добегает? А, это вот это я смотрю. Да, это так не добегает. Ну, то есть, если ты уроняешь на шестерочку, то встаешь в рейндж заноса с так себе шансом. И это надо реролить. Ладно, не важно. Ну, Drunk Imp, это, знаешь, это слишком жестко. Политика Good Game не любит такие высказывания. Одно можно сказать наверняка. Каждый башер — латентный эльфовод. Так, и сюда удар, по-моему. Да, этот парень снимает ассист. Есть удар сюда. Но здесь надо доджиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Возможно, может сюда. Интересный выбор. Интересный выбор. А, ну, наверное, по армору выбирал. Типа здесь 9-й армор, здесь 8-й. Этого проще хотя бы на нокаунт выбить. Не блокируй, да. А, подожди, а моего тровера напиши, который пиндар. Ну-ка, ну-ка, тровера моего. Спасибо за наводку. Не, подожди. Кстати, о наводке. Настроечки. А, у меня Алиса отключена. Алиску починили, ее теперь отключать можно. У меня Алиска отключена на канале. Вот это неожиданность. Логично, что этот парень гребает. Это полный пиндар, да. Это полный пиндар. Блин, были бы смайлики побольше. Я бы какой-нибудь эльфа запилил, который бы кидал мяч и орал: «Я пиндар!» Так стоит 18+. Дадул. 18+ стоит. Ну, блин, ребят, старайтесь не делать этого. Возможно, потому что это... Возможно, потому что ты... Ой, дабл череп не вовремя. Дабл стрелки. Ну, не сильнее, на самом деле. Еще и фент говорит, по-моему, кидать гуфуи, да. Ну, гуфуи шестерочка. Сквернословие. Сквернословие такое, да, может. То есть 2+, 2+. Все это с авторирол, по-моему. А, без. Раз, два, три, четыре, пять. 5, 6. Ну, туда проще через верх отдоджиться, сюда подойти и 2+, 3+ сделать. Этот парень никуда не пойдет. А значит... что это значит? Это значит, что кто-то освободился. Освободился кто? Освободился, блин, не пойми кто на самом деле. Сюда надо бить ХВ, сюда надо бить с клавсой. Доджить через верх, прибегать на эту линию и кидать 2+, 3+.
В смысле, Менг? В смысле, я ругался за Ленинград? Я говорил, что мне просто, ну, как бы... Не знаю. Внутренне неинтересен Ленинград. Или я тогда был вне настроения под Ленинград. В любом случае, Ленинград не зашел в тот раз. Так, можно что? Можно сделать без блока, толкнуть сюда. Это позволит, в принципе, раз, два... И что это? Это все равно 2 плюс будет на пас. Какая разница? Либо назад делаешь 2 плюс, подходишь 2 плюс, 3 плюс. Либо отталкиваешь этого чувака сюда и делаешь просто те же самые 2 плюс, 3 плюс. Дабл шестерочка. Стоит на месте, но это ничего не дает. Это все равно 2 плюс пас. С другой стороны, здесь шанс фейла 1/9, а на дадже 1/6. Ну, на трату переброса, я имею в виду. И команды удаляются. Пудрить носики. И втирать друг в дружку Old Spice. Собственно, на перерыв. Сейчас у нас будет атака Лока будет, кстати говоря. И если все поднимутся из колоколов, что я ожидаю. Кстати, нет. Минус 3 у Зена. Пока что минус 1. Минус 2 у Лока. То есть у Лока плюс 1 на поле. Причем это... Ну, ладно, они оба ценные игроки. Здесь, в принципе, оба тоже ценные игроки. Особенно чемпион Сланиш. Особенно чемпион Сланиш. С другой стороны, у Зена нет аптеки. У Лока есть аптека. Опять же, будет избиение Лоса. На Лос идут самые отчаянные ребята. Нургал Тигор. Его даже бить неприятно. Не то, что произносить его имя. Точнее, наоборот. Даже произносить его имя неприятно. Не то, что его бить. А, парень, которого вернули с того света. Сигмар Тигор. Не знаю, насколько он был полезен, на самом-то деле. Учитывая, что вот этот сдох за его грехи. И чемпион Хорна. Даду, в то время как ты задонатил, умер вот этот козел. Понимаешь? А вот этого травмировали в тот же ход. Я надеюсь, что сейчас еще кому-нибудь наваляют. Повидал некоторые дерьмо, да? Увлекся, я бы сказал, Гриц. Обе команды по перебросику. А его не могли лечить, потому что аптека ушла. Аптека ушла на грехи этого. Вот этого парня. Коровой? А, нет, с косой. Нормальный удар, но слабенький. Еще один удар с клавсы. Назад кидают. Интересно. Дадул. Ну, собственно, все, как ты просил. Навсегда удален. Нургал Тигор. Нам этого парня не жалко. Возможно, мы его будем помнить следующие минут 5. Ладно. Подольше. Все-таки матч подольше идет. Следующие, не знаю, там минут 20 мы его будем помнить. Заглядывая на Кладбони сюда. Блиц бы вот в этого парня сделать или вот в этого. Еще хочу. Чуть позже. Чуть позже. Может, в ответ прилетит вот этому парню, например. Будет сытно. Ну, скажем, я думаю, мастеру Зену вот этого было бы жалко, например, Менг. Нам-то вообще никого не жалко. Хоть всех поубивают, пусть по 2 раза.
А, кстати, господа, напоминаю, что в моей темке в рубле я создал голосование, где вы можете проголосовать за команду 9 сезона. Кстати, первое сообщение в этой, ну, на странице, оно что-то как-то немножко символизирует. Я что-то не обращал на это внимания. Окей. Стендфирм. И пятерка. Менк, в сообщении дня, вот, в чатике, где ты сидишь сейчас, она там есть. Ну, есть ссылка. Но если кому-то лениво, могут перейти вот тут. Анонсы стримов, ну, они как-то спонтанно случаются. Поэтому пока не могу анонсить. Ну да, где анонсы стримов, я имею в виду. Да, да, это там. Это там. Так, мячик защищен, в принципе, неплохо. В принципе. 3+. 3+. И 1 дев мяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. ГФИ. 3+. Раз, два, три, четыре, пять. 6. И ГФИ, и 2 куба в мяч. Ну, ты можешь предложить, как бы, Менк, отдельно. Там, собственно, самая последняя строчка голосования. Если там за кого-то отдельно наберутся много голосов, то почему бы и нет? Но, к сожалению, халфы не рассматриваются, гобосы тоже не рассматриваются. Хотя, блин, сезончик гобосами покатать. Записаться гобосами в нижний дивизион. И там побегать с пилой на перевес. Довольно забавно, но нет. И фол. Так, по закону вредности должно быть удаление. Нет, это не закон вредности, все хорошо. Ну, Тимикс, по-моему, любые эльфы 2+, 2+, тем более вуды у меня в корсе есть. Зачем мне еще вуды? ДП работает. Без ДП, кстати, игрок бы остался на поле, но нет. Вайтхорн удален с поля. Ой, Менг, ты так говоришь, как о чем-то плохом. Лучше играть праведным эльфом, чем гомо-башером, которые бегают по полю, только обнимаются и целуются с другими. Ни одной травмы на серьезном игроке. Вот, ни одной серьезной травмы на серьезном игроке. Что это такое вообще? Где кровавая полоса там в 11 трупов от одной команды, 11 трупов от другой команды? И оставшиеся двое бьют друг друга, падают на БД и оба умирают. Где? Где православный пробой? В игре башер на башер. Труп пацанами. Ну, блин, косарка. А, слушай. Слушай, привет, а я забыл же про Бретонию. Вот, наверное, тройка топовых этих универсалов. Это вот бидонцы, андеды и некроманты. Без эльфячеств? Не, без эльфячеств неинтересно. Без эльфячеств как бы каждый может.
А вот ты с эльфячествами попробуй. Пробил. О, НКВД, здравствуй. Вообще тебя уже 150 лет не видел. Ну, кроме как в Стиме. Я не знаю опоссум. Скорее всего, будет либо ничья. А, ну... Если все игроки умрут опоссум, то будет, соответственно, счет на табло, и все. То есть, если был 0-0, или там равный счет, то так и остается равный счет, потому что вы же просто пропускаете ходы. Вы же не это... Не происходит. Хотя, если это происходит, например... Все игроки, например, умирают в первом тайме. Вы дощелкиваете до этого, до второго тайма. И кто выигрывает? Ну, по-хорошему, ничья. Но по-плохому... Хороший у тебя интернет? Че, даже YouTube не тянет? Из твоей новой команды? Ну, в принципе, я не против. Я не против, Алекс. Они, в принципе, будут на прошек очень похожи. Краш будет. Система. А краш, по-моему, был в первом ББ, да? Когда там каталка без дубля до 7-го левела дожила. Ну, там не 1-0, там... Ты сразу пропускаешь гол. Тебе засчитывают пропущенный гол. Отнимают два хода. И еще раз попытка. Но, опоссум, понимаешь... Оба не могут выставить на лос трех человек. То есть получится как? Ты выставляешь троих. Ты не можешь выставить защиту троих. Тебе засчитывают гол. Твой оппонент выставляет на лос троих. Он не может выставить. Ему засчитывают гол. 1-1. А уже получается три хода прошло. И туда-сюда будет где-то счет 3-3. Или 4-4, скорее всего. В конце. Ну, дадул, я же в теории считаю. С другой стороны, с помощью камней дадул. В принципе, я думаю, можно. Ну, я понимаю, Рашпиль. Я понимаю, что там надо хотя бы кого-то выставить. Вот. Потому что я уже выставлял одного эльфа на лос. Волшебно было. Кстати, первое удаление за дохрена фолов и удалили Зена. Удалили еще и Зена. Зато он биста удалил. То есть парень с классом Б. И Зена совсем мало. Ну или да. Гобу с пилой его жертву. Ну или там два секретных оружия. Три секретных оружия в конце концов. Гобус на Гобус играли там. Каждый по три секретки вывел. Они убили целую толпу. Кстати говоря, о гобусах. В теории можно за ход, не идя в контакт, одним этим шариком убивать. Поскольку там мува у шарика, столько человек можно убивать. Ну, в теории. То есть, по сути, поле можно зачистить очень быстро. Опять же, в теории. То есть, два шарика катают команду друг друга насмерть. А потом просто удаляются. И все. Да, или бомбером. Привет, Арткость. Хм. Фол и удаление. По-моему, судья проснулся наконец-то. Все опасного игрока. Дертипа удаляется. Две бомбы. Толпу и семинар. Ой. Что это такое? А что это такое?
А кто это сделал? По идее, эта смерть вообще должна быть. После квадры тут должны были насыпать просто полные ладоши шестерок. Но это Bloodball. И, соответственно, полные ладоши шестерок уже насыпали с этим двум товарищам. А, не, подожди. Если бомба кидается в центр, это минус 9, грубо говоря. Бомба десятая. Потом чужая бомба опять кидает в толпу. Это опять минус 9 и бомба десятая. И остается по одному игроку, которые на следующий ход бьют друг друга, умирают на БД. И мы просто прощелкиваем ходы. Ой, какие кубы вкусные. Выбирай любой вообще. Какой тебе больше нравится? А может быть, тебе нравится рерол? Ну да, рерол ему явно больше нравится. На тебе! Не, я не знаю, это гомо-башерство какое-то. Вот доходит до ценных игроков, и все, это колокольня. Просто. Постройте мне колокольню до самых небес. Просто СПП для это для хаоса СПП, блин. Колокольня для клавсы МБПО. Я не знаю даже, как это сказать вообще. Ну давай, убей кого-нибудь. Хотя да, без МБ это сложно. Ну и с МБ это было бы довольно сложно на 1-2 сделать. Так, три игрока есть. Хорошо. Блиц сюда, скорее всего. Ну, я бы делал блиц сюда. Переходил бы туда. Нет, смотрите, он уважает пирата. Я уважаю пирата, а я уважаю козла. Ну, надо через верх сюда уходить. А этого парня как-то подблочит. В принципе, блок здесь делаешь. Если он падает, то вот этот парень приходит и блочит. А Тентакли Монстр, он и в Африке Тентакли Монстр, в принципе. Я даже не помню ее. Там что-то пилю я все в подряд. Там пролят поля. Ну, 1D есть. Раз, два, три, четыре, пять. С двумя ГФИ и с даджой. Либо с двумя даджами. Раз, два, три. Да, с двумя даджами можно было сделать два куба вообще. Два даджа и три ГФИ. И два куба в джима будут. Ну, по крайней мере, рерол удался. И, собственно, универсальный додж 1-2. Опять ничего нельзя сделать с этим парнем.
Ну, блиц-то тентаклями должен быть, наверное. Все-таки хлопца есть у тентаклей. Минус 9, просто 9. Хотел сказать человек, но нет, это не люди. Или недолюди какие-то валяются за полем. Давай, главса блок, главса блок. Ну, он не должен добегать, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять, да, он не добегает. Опять. Какой же это стойкий козлик, блин. Это просто МВП матча. Просто МВП. Мог, да, если сюда встал. 4, 5, нет, не мог. 4, 5, 6 было бы. Или ты имеешь в виду еще и меченосца подвести? Козлик прилично впитал. 2. Нет, стоп. Не то, не то. Вот. 2. 4, 6... 6 он впитал. Недостаточно. Тоже недостаточно. А, пятая сила. Слушай, точно. Я чё-то как четвертую посчитал. Тогда да. Тогда ведь можно было 3 куба сделать. Ну, на прошлый ход уже не считается. Прошлый ход нищетово. Странно, что он так и блочит. Хотя, наверное, побольше хочет сделать убегание. Радиус, соответственно. Надо тогда здесь подблочивать. На эту вообще забить. Он все равно никуда не добегает. Как бы пятый мув. Хуже только четвертый. Капитан очевидности. Сюда... И удар от с этой клетки. Почему? Почему? Му-му. Не пойму. Наконец-то. Наконец-то. Белиссимо. Ну, ты убегаешь сюда. И сталишь там. Этот парень до закрывается вот здесь. Ну или так. Ну это суммарно 10 кубов тогда получается парень затерпел. Нормально. Если будет успешный додж вниз. Предар. О, вориор. Так. Внимание, вопрос. Он будет вориором поднимать? С реролом? Или будет... С большей вероятностью парнем Шархандами и с Айгилкой? Мог бы свалить, мог бы. Только бы это... Только это бы ничего не дало. Я 2-6. В принципе, по восьмому армору 2-6 дало бы 7. Ну, так. Точнее, 8 бы дало. И, соответственно, этот парень мог бы улететь. Вот они, грязные козлы. Ваше козлейшество. Опа, на мяч. И мяч должен вперед вот сюда вот упасть. И будет ничья. Ну, почти. Удар сюда. Пытаться ли подобрать? Вряд ли. Ну, то не стоит. А то вдруг этот парень поймает, и тогда вообще провалище будет. Плюс ты подходишь под главсу. Не думаю, что он того стоит.
Будет забавно, если один другому пишет что-то в чат. В такие моменты. Вот. Один другому что-то в чат пишет. А при этом оба друг у друга... Вот, Ген. Привет, кстати. То есть, смерть нулевого, смерть первого левела. Здесь Бадли Хёрт, как вы видите. И здесь минус армор, как вы видите. Ну, здесь подкат, Арткости. Здесь подкат. Так бы никто даже не парился, по сути. Ну, либо вот этим парнем бить. А потом отходишь назад и этим парнем забираешь мяч. Либо, я не знаю. Хочешь собрать, что ли, все блоки? Да. На двоечку. Бам. Да ему пофигу. Там один, один-два. На тебе 5-6. Три СПП для Ворьера. Раз, два, три. Давай. Давай, поддайся жадности. Поддайся жадности. Качни хаос Ворьера. Голоса в твоей голове плохого не посоветуют. Черт, действительно. Какая-то фигня у нас получается. Один. Вот это я понимаю, встать из колоколов. Ой, жесть какая. Что-то они разошлись на кубы прям. Ладно, аптека нет. Аптека есть. В принципе, Лока особо не о чем беспокоиться. Завр поднимал без РФ. Нет, смайла. К сожалению, нету. Добрый вечер, Швед. Убили? Ну так, двух нулевых козлов. Убили. И парень с агилкой немножко легче стал в броне. Мастер, да. Но с другой стороны, блин, у Лока была супер корова вообще. У Лока была корова с дублем. Там, с блоком, как бы. Даже с двумя блоками. С двумя блоками, нет. С двумя дублями. С двумя блоками что-то жирно. Не, с одним дублем была коробка. Обе команды получают по перебросу. Какое счастье. Очень полезный переброс. На лос вышли самые лучшие кадры. Больше блока на корову, да. Блок и пасблок. Чтобы точно заблокировать, это было неправильным решением бить в один куб. Вот этот парень с гордом подставил. Просто подставил. Бэтбой, кстати, все ближе к легенде. Все ближе и ближе. К своему звездному часу. Son of Malice. Ну, кстати, приятно. В принципе, 19 на 9 пробоев, конечно, дичь. 35 на 40, а сделал всего на 5 больше блок. Всего лишь. А пробоев чуть ли не в 2 раза. Сыновья, чемпион. То есть здесь десяточка, здесь двадцаточка. Единственное, что, по-моему, Джима травмировали на минус. Нет, не Джима. Другого травмировали. На минус армор. Бист, кстати, нормально тут налупил. Бэтбой. Тоже неплохо. Ворьер все 6 за эту игру получил. Свой левелапчик. Молодец. По кубам смотреть нечего.